раз уж на то пошло, то я должен поотвечать на ваши вопросы, на все эти вопросы. Да, было множество комментов по типу «Когда же она выйдет?» «Когда?» «Когда?» Но я отвечу на самое интересное. Мне вот интересно, даже если она выйдет, у многих сейчас максимум 580 или 1060, а даже те, кто может себе купить 20-30 серии, просто не могут. Он имеет в виду, что могут купить финансово, но не могут купить по некоторым причинам. Меня зовут Никита, мне 13 лет, я хожу в 8 класс, на балконе у меня стоит маленькая ферма, она добывает криптовалюту. Какая будет производительность? Следовательно, она выйдет после того, как дефицит карт прекратится. На самом деле это очень глупое суждение, поскольку, во-первых, даже по статистике Стима в видеокарты сейчас где-то 1050-1060 это среднестатистическая карта. И к тому же люди умеют как бы оптимизировать игры, поэтому AAA игры можно запустить на относительно средних компах. Как бы это и называется оптимизация. What? Это и называется оптимизация. Не факт, что даже выйдет в этом году. Вполне могут и перенести на следующий. Тот факт, что прошла уже половина 21-го, они все еще не назвали точные даты, пускай даже, например, какой-нибудь 10 декабря 2021 года, говорит о том, что они не уверены, что смогут ли вообще выпустить эту карту в этом году. Хотя вполне могут объявить точную дату на E3. Насчет E3. Насколько мне сказали, поскольку я сам не очень разбираюсь в этом, на E3 показывают более такие масштабные большие игры. Я бы больше ставил на то, что покажут новый там какой-нибудь трейлер, либо геймплейный этот в июле на The Game Awards, как это было, вот, например, в 2019-м The Game Awards там показали сам первый трейлер этой игры. Поэтому вполне вероятно, а может и невероятно, а может и хрен знает. А к тому, что они дают мало инфы, ну, надеюсь, что они не такие, как CD Projekt Red, которые понадавали обещания, а теперь ее не выполнят. Они не дали специально точно даты, чтобы у них было время на целый год доразработать эту игру. Это, я считаю, правильное решение было. Мне почему-то кажется, что она будет стоить около того, что стоит сам The Forest сейчас, либо как Ark. Почему так? Потому что игра была продана там 4 или 5 миллионов копий, и в принципе это довольно хорошие показатели для такой-то студии. И они могут чуть-чуть повысить планку цен. Веселое детство у Тимми. Это уж точно. То, что бить своих приятелей в кооперативе будет можно, об этом сказали еще в интервью. Я, блин, столько говорю об этих интервью, но, типа, я их показываю здесь, там. Но почему-то никто, блин, судя по тому, какие вопросы задают, никто их так и не смотрит. Зайдите, посмотрите, блин, реально. Про системные требования все еще ничего не известно, поскольку даже нету никакой страницы в Стиме. Как насчет The Forest Mobile? Я думаю, что этот человек ответил лучше меня. Кто также так подумал? Вертолет из видео — это вертолет из первой части. Нет. Потому что как раз-таки это сиквел. Нам это говорили в тех же интервью, которые никто, судя по всему, не посмотрел. Известно ли что-то про сюжет? Про сюжет ничего не известно, кроме того, что, скорее всего, это главный герой будет Тимми из первой части. А больше-то действительно ничего не известно, поскольку игра сама еще не вышла, нам никакой инфы не дают. На самом деле это хорошо, что они не дают никакой инфы, поскольку у нас больше ожиданий. Но с другой стороны это плохо, потому что больше ожиданий они могут не оправдаться. Но хорошо в том плане, что мы ничего не знаем, и когда мы вот в первый раз зайдем в игру, у нас будет буря эмоций. Как думаешь, новый Forest это последняя игра в серии? Думаю, вполне возможно, но как бы наверняка сразу говорить нельзя, потому что мы не играли в новую версию игры, мы не играли и не знаем ее сборы, потому что еще может быть такое, что если она соберет прям до хрена денег, то они могут подумать над тем, чтобы продолжить эту франшизу. Почему тебе так понравилась эта игра? Мне эта игра понравилась, потому что, я не знаю, я чувствую какую-то ностальгию, когда в нее играю, поскольку с ней я познакомился там года 2-3 назад, и я чувствую какую-то ностальгию. Мне нравится вот эта вот вся природа, мне нравится,
когда вот ты сидишь в доме в своем, смотришь в окно, а там дождь, и ты понимаешь, что ты сидишь возле камина, и тебе хорошо, и за окном там этот дымка такая дождя. Блин, ну это очень красиво выглядит, и очень мне это нравится. Надеюсь, что в новой игре как бы будет еще больше таких вот красивых всяких анимаций и все такое, потому что, ну, блин, ну сердечко просит. Кстати говоря, о дожде. Угу, да-да. Да-да. Почему ты выбрал именно старую версию игры? Я выбрал старую версию игры, потому что, ну, это вот к этому видосу, поскольку я просто хотел посмотреть на то, как выглядел Форест в старой версии, и, к сожалению, как я говорил в самом видосе, я не смог найти более старую версию. Типа, все торренты уже мертвы с той версией игры, вот там, с самой первой или с самой второй, поэтому, если вы хотите это посмотреть, то, короче, посмотрите где-нибудь в подсказке, например. Кстати, был вопрос, какой, если известно, в Sons of the Forest будет главный босс? К сожалению, этого мы не знаем, но у меня есть какие-то мысли насчет того, что главным боссом будет вот это вот чудило, которое людей утаскивало в первом трейлере, потому что оно слишком огромное, и вполне вероятно, что оно будет боссом. А вполне вероятно, что там босса вообще не будет, потому что... потому что это The Forest, это выживание, там может быть и будет, а может и не будет. Итак, экстренное включение с монтажа. На самом деле, я хочу вам сейчас сказать вот такое вот, знаете, вот спасибо за то, что вы позадавали вопросы. Если кто не понял, то это все были вопросы с вот этого вот поста в сообществе. Но стой, не уходи, там еще кое-что будет, поскольку я сейчас монтирую, и там дальше тоже будет. В общем, хотел сказать спасибо за то, что вопросов было намного больше, чем я думал. И это еще не все вопросы. Я еще брал вопросы под видео, которые раньше были. И, в принципе, да, спасибо вам. Это были самые такие интересненькие вопросики. Если вам понравился этот видос и вам хочется, чтобы я наконец-то делал более качественный контент, то, конечно же, блин, поставьте лайк, поделитесь этим видосом с друзьями. Стоять, не уходи, не уходи. Я хотел сказать, что сейчас я, вот когда ты смотришь этот ролик, я сейчас не нахожусь дома. Поэтому, если вы хотите, чтобы я что-то сделал хорошее, то можете написать в коммент, я вам отвечу. Поскольку это видео из прошлого, подумай об этом. Обязательно смотрите интервью. Что, я их зря переводил, что ли? У меня нету стойки для, блин, хромакея, поэтому я использую скотч. Мне очень нужна стойка, пожалуйста. Вот как раз-таки ссылка.